Всем привет! Я вчера ничего не снимала. Сегодня у нас уже среда, 13 сентября. Даня пришел после школы, утомился и спит. Маша уже тоже дома и делает уроки. Тебе удобно, Маша, с лампой такой? Угу, очень. Свет нормально? Угу. Так. Маша пьет чай. Покажи, Маш, свой пенал. Вот мы уже его показывали на Алиэкспресс в виде пачки печенья, да? Да. У вас есть такие еще в классе? Понятно. Ну ладно, делай уроки, молодец. Вот у Маши лежит карта вот так вот. Это она изучает, да, Маша? Да. А ты сейчас что делаешь? Алгебру делаю. Ребят, посмотрите, на улице показывает 22 градуса почти. Ну, почему-то все равно это не радует. Потому что на улице вот так вот пасмурно. Солнышка нету. И как-то даже дома мне зябко, я бы сказала. Хотя, оказывается, такая... Вроде хорошая погода, 22 почти градуса. Для середины сентября это отлично. Как виноград увил подъезд. Яблочки попадали в основном. Вот чуть-чуть видно осталось, а очень много уже все упало яблочек. И деревце стало просто зеленым. Даже не видно, что это яблоня. Фасоль. Вот у меня она почти уже приготовилась. Томатной пастой. Фасоль. И отвариваю куриную грудку. Просто куриная грудка, без всего. Это будет у нас обед. Сейчас с Даней мы будем готовиться к тесту по английскому. У него завтра будет тест. 8 аж листочков. Вот Даня как раз идет. Дверь закрыта? Да не, оставь открытой, я думаю, чтобы жарко нам не было. А то у нас тут что, варится. Сейчас покажу. Вот тест по английскому. Значит, у нас вариант А на 4 листах и вариант Б на 4 листах. Вот тут баллы учительница должна ставить. В общем, мы сейчас все их будем проходить, смотреть, разбирать, чтобы завтра получить хорошую оценку. Даня пошел за портфелем, сейчас принесет. Идет. А, он папку принесет. И пенал. Пенал нам нужно новый купить. Он так его разрисовал в прошлом году. Да, это еще с первого класса. А здесь у него вот такая вот пуля из Волгограда. Брелок. Так, что надо, учебник? Да, доставай учебник. Так, ну что вот тут, значит, первое, это надо написать флаги, ну, вот используя буквы. Второе, тоже вставить буковки. Третье, надо написать, что они делают. Да, четвертое. Ставить слова, какие подходят. Пятое, написать предложение. И данные слова в разном порядке, а надо написать предложение, как оно есть. Шестое, значит, ставить правильные слова, обвести. Седьмое, прочитать и обвести правильное. И последний лист, это у нас, значит, выбрать в текст слова написать и здесь написать да или нет по картинке. В принципе, тест не очень сложный, но мы в любом случае
его весь пройдем, чтобы смотреть, где у него ошибки, может что-то подучить. Так, мой обед. Курочка и фасолька в соусе. Маша пришла из школы, покушала и будет сейчас пить чай с тортиками. Один тортик — это вот шоколадница с миндалем, а второй тортик — это трюфельный пай. Вот так вот она себе кусочек отрезала. Отрежет еще тот. И будет чаевничать, да? Чай-то ты себе налила? Да, в комнате стоит. Понятно. Так, это Маша нарисовала плакат, вернее, ей бабушка помогала. Это нужно в школу на конкурс. Агитация против вредных привычек, но без слов надо. И вот как бы название этого плаката должно быть «Тебе жить, что ли?» Что-то как-то так называется. Понесет завтра в школу. Вот такой плакат получился на ватмане. Ну, я думаю, нормально. А мы здание делаем в русский. Всем привет! Сегодня у нас утро пятницы, последний рабочий денек. И сейчас где-то 7:25, и я вот бужу. Даня укрылся с головой, не хочет вставать. Маша отвернулась от меня и тоже вставать не хочет. Машуня, вставай. Маша. У нас сегодня пятница 15-е. Хорошо, что не пятница 13-е. Вот такое количество тестов мы вчера сдали, решили. Это все листы с тестами, которые вчера Даня решил. Итак, сейчас мне надо будет взять один тест, стереть то, что он писал карандашом, чтобы он сейчас с утра мог повторить все, что мы с ним вчера прошли. Всегда утром повторяем, потому что если утром повторить, то это все хорошо откладывается в памяти, и он обычно пишет хорошо работу. Маша кушает у нас овсяную кашку. Вкусно? Угу. Так, это у нее завтрак. Даня уже встал и тоже моется. Я уже подготовила все наши бумажки, чтобы мы с ним сейчас повторили. Вообще, конечно, остается столько макулатуры после учебы. Вот такой вот. Вот так вот, столько бумаги. Это всего лишь по одному тесту мы готовились. То есть вот столько листов мы использовали. Так что вот тут у нас в принтере лежат уже черновые листы, которые с другой стороны, с надписями всякими. Таких листов у нас много. Тесты они проходят из вот этой книжки. Линия у них Starlight. Я уже ее показывала. Пока я закрою. Все. А в прошлом году мы также по литературе готовились. Тоже у меня была тестовая книжка. Я распечатала, и мы по ней готовились. Даня ходит в школу вот в ветровочке своей красивой. Потому что на улице на самом деле в последние дни прям совсем тепло. Да, Данюш? Да. Она вот такая легенькая. Но она прям совсем легкая, вот. Скажи. Кстати, почему-то сменку он не хочет носить, которую мы купили, носит кроссовки, которые мы купили на физкультуру. Надо. Так, Маша взяла плакат, который вчера показывала, нарисовала, будет сдавать. Время у нас почти 10 минут. Сегодня чуть-чуть что-то припозднились. Так, Данюш, одевай портфель. Угу. А сменка где?
На улице у нас 17 градусов, но ночью, по-моему, шел дождь, потому что как-то мокровато. Сейчас жду, когда они выйдут с подъезда. Даня решил взять самокат. Вот Маша. Вот Даня. Маше пришлось взять Данину сменку, что Даня на самокате. Вот люди в шортах ходят даже. В общем, вчера он искал, как его называется, ну, в общем, крепилку, чтобы прикрепить самокат, и чтобы его не украли. Но не нашел. И в итоге решил, что он так его оставит. Но я думаю, в раздевалке, там только вторые, третьи, четвертый класс раздеваются, а может, вряд ли кто-то украдет. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Такие облака. Небо облачное, пасмурное, но хотя бы не так холодно. Данин кактусик стоит. Надо его, кстати, полить. Давно его не поливали. Рич, ко мне. Сейчас даю Ричу вот эту косточку. На. Молодец. Можно? Молодец. Грызи ее. Грызи. Грызи, грызи ее, грызи. Давай, ну грызи, грызи ее, давай. Можно, можно, грызи. Грызи, грызи. Так, окошке я сейчас дам пакетик. Давай, грызи. Окошке сейчас дам вот этот пакетик. Фиш с рыбой. Ну вот, кошка накинулась на еду. И вот эти пакетики бритовские очень нравятся. С удовольствием она их кушает. Ну, кстати, весь пакетик она не съедает. Вот половину она съедает за раз, а я ей все равно кладу как бы целый пакетик. Ну, она походит, походит, потом еще придет съест.